Лучшие из лучших на волнах 103 FM. Свое пятилетие Таван Радио отметило грандиозным концертом. В его рамках состоялось вручение музыкальной премии «Таван Юра». Лучшие певцы, авторы слов, музыканты, группы, дуэты, которые звучат на Таван Радио, впервые получили дипломы и эксклюзивные статуэтки. Победителей определили в 10 номинациях. Лучшей певицей названа Фарида. Счастлива безмерно. Это действительно неожиданно. Спасибо вам огромное, вам, телезрители и радиослушатели. Благодарю. С наступающим вас. Люблю. Лучшая группа – «Азамат». Лучший автор слов – Василий Шихранов. Шлягер года – Константин Евруков с композицией «Кучузем». Настоящим открытием года стала номинация «Новое имя». На победу в ней претендовали больше 100 начинающих певцов и певиц. Строгое жюри на предварительном этапе выбрало 5 самых талантливых. Из них заветную статуэтку от «Таван Радио» получила Людмила Кудряшова. «Таван Юра» открыл для нее новые возможности. Песни Людмилы Кудряшовой теперь будут звучать на волнах 103 FM. Для слушателей очень важно, что на волнах радиоканала можно слушать песни как на чувашском, так и на русском языках. Поэтому было принято решение выделить и русскоязычных артистов. Лучшим исполнителем в этой номинации стал Егор Матвеевский, который не просто виртуозно играет на баяне, но еще и исполняет песни собственного сочинения. Мне очень приятно было получить такую большую для меня награду. Спасибо большое «Таван Радио». Я, если честно, не ожидал даже, что вообще что-то займу. Но спасибо большое телезрителям, что голосовали за меня. Для меня эта награда значит только вперед, дальше, больше. Все для вас, дорогие наши телезрители. В планах коллектива «Таван Радио» сделать премию ежегодной. Все-таки, наверное, нужно делать премию ежегодной. Наверное, в ней нуждаются. Я вот так посмотрела. Людям понравилось, нам тем более. Артисты пришли и поддерживали друг друга. Они радовались успехам своих коллег. Это здорово, я считаю.